Доброе утро! Сегодня обещанный эфир по безлогичному методу стирания негативных программ из подсознания. И сегодня хотелось бы мне рассказать вам о таком инструменте, как выворотка, когда применяется при порче, сглазе, проклятиях. Вы, допустим, попали в сложную ситуацию. Здравствуйте. Допустим, вы попали в сложную ситуацию и не понимаете, как из нее выйти. Психологическое состояние, и вы не находите выхода из нее. Что в этом случае можно применить из инструментов безлогичного метода стирания негативных программ из подсознания? Для этого надо найти тихое место, чтобы вас никто не беспокоил в течение часа. Сесть, расслабиться и обратиться к душе. Я обращаюсь к своей душе и прошу поставить передо мной всех тех людей, кто негативно на меня воздействует. И несмотря на то, что вы не знаете, кто на вас воздействует, душа точно знает, откуда идет этот негатив. И она уже всех людей перед вами поставила, всех. И тогда вы с ней обращаетесь к ним, просите у них прощения за свои ошибки, прощаете их за их ошибки и предлагаете разъединиться всем негативным. Говорите, на каждом моем вдохе вы забираете свой негатив, на каждом моем выдохе я все забираю претензии к вам. И пусть между нами будет только свет и любовь. Поначалу вам это действие может показаться вообще непонятно, что это происходит. Но когда в процессе работы вы начнете дышать, то вы начнете понимать, что происходит. Будут приходить образы людей или осознания какие-то. Но с момента начала практики и до конца практики происходит несколько этапов. Мы показывают людей, которые нас ненавидят, которые негативно к нам относятся. Но цель этой практики – дойти до конца и увидеть, кто же все-таки негативно влияет на нас. Таких людей обычно душа нам показывает и подсознание в конце практики. Вы тогда точно понимаете, откуда идет этот весь негатив. И стоит тогда отработать те эпизоды тех людей, с которыми вы встретитесь в этой практике. Сложного ничего нет. Безлогичный метод позволяет все это проделать самым лучшим и комфортным образом для вас. Вы забираете свой негатив, людям отдаете их негатив. То есть вы ничего плохого не делаете. Свой негатив, который вы забираете, тело трансформирует в позитивную энергию вашего тела, вашей ауры, вашей энергоустойчивости. А тот негатив, который вы отправляете людям назад, он пробуждает их душу, чтобы они так не действовали. То есть все идет во благо. И вы об этом даже можете не переживать, что не навредит ли эта практика кому-то. Конечно, нет. Если человек на вас воздействует, он же не думает, вредит вам это или нет. Но когда он получает назад свои негативные энергии, душа начинает его стучаться и говорит, что делаешь, зачем ты это делаешь? И тогда происходит трансформация в том человеке, который на вас негативно воздействует. Этот инструмент настолько сильный и мощный, что он справляется с магией, с порчами, с проклятиями. Единственное, что бывает, надо работать не один раз. И надо знать инструменты безлогичного метода, которые могут вам пригодиться в проработке следующих возникающих ситуаций. Для этого я вас приглашаю на обучение по безлогичному методу базового уровня, который всегда есть набор на моей страничке, где мы познакомимся с 10 инструментами безлогичного метода, которые вы сможете самостоятельно применять в практиках, где мы будем все рассматривать детально и будем рассматривать именно вашу проблему и учиться ее прорабатывать. Если есть вопросы, вы пишите, я вам отвечу. Если вопросов нет, то я желаю вам попробовать этот инструмент, получить результат. И если будут вопросы, приходите, пожалуйста, на обучение, на консультацию,
на марафоны. Кстати, марафон я планирую в ближайшее время. Вот пошел мне такая какая-то, и запрос пошел на работу с родителями, с мамой, с папой. Поэтому в течение 2 недель я подготовлю этот марафон и всех приглашаю на этот марафон, кто хочет поработать, улучшить отношения с родителями. У кого есть эпизоды детства, допустим, какие-то воспоминания негативные, которые до сих пор отзываются в вашем сознании, в вашей душе. И я уверена, что вы обязательно получите результаты на этом марафоне, потому что марафон будет очень мощный и основан на действии безлогичного метода. А безлогичный метод – это супер метод, он работает чудодейственным образом, потому что мы работаем не с сознанием, не с умом, не с мозгом, а мы работаем с подсознательным, с чувствами, с эмоциями, то, что 70% лежит у нас в душе. Все болезни идут из души. Исцелить душу, и тело будет здоровым, и отношения будут здоровыми, и все в жизни будет замечательно. Главное – найти эти все блоки и устранить их, проработать. И поверьте мне, с безлогичным методом это достаточно просто. Единственное, что надо, настраиваться на работу и работать. Хорошо. Жду минутку, если есть вопросы. Я отвечу. А если нет, благодарю за внимание. И мы прощаемся до следующего эфира. Всем хорошего дня и настроения. Bye!